такое? Что-то страшное? А может быть, это меня хотят убить? Ну что вы рассказать о себе? Где я жил, что делал, чем занимался? В принципе, это вообще что-то неестественное, если так подумать. О! Как мне хорошо! А может, нет? Темно и хорошо. На шотландских лугах и ущельях, где носится ветер морской, где туман и лесная волынка, волчьих песен далекий вой, там среди одиноких вересков одинокий скелет лежит, и могильной землей не прикрыт он, и никем не отпет и забыт. Кем ты был, одинокий странник, путешествующий в ночи? И какой могильный избранник освободил тебя от души? Нет, не даст он вам ответа. Молча смотрит он на луну, и молчание скелета, как стилетом, режет тьму. Месье Гойон, встань! Увышь меня! Там черты ходят! Там все! Ну и все у него! Рука пацаны! В принципе, дом, где я жил, он находится очень далеко отсюда. Здесь я только учусь. Мой дом находится в небесах. Так говорил Джимми Хендрикс. А мой дом где находится? В принципе, дом мой находится там, где и находился дом Джимми Хендрикс. Приоткрыта дверь комнаты пустой. Комната простой, и в то же время дверь открыта. И театр преображен здесь иной судьбой. Однажды, в холодную зимнюю пору я из леса вышел. Был сильный мороз. Ясный день, успокойся, мой ангел, успокойся. Я живу своей судьбой. Бессмертный цветок, о Эрос, прелюбодейство пророк, шаманизму отдайся, извини, как звонок, в огне ты валяйся.
иглы ширяя в живот, желанная страсть превращая, танцу жизнь свой танец великого майя. Что было во мне, того будет, это останется всегда. Кусочек любви, светивший ко мне, остается иногда. Что мир раскололся на части, это знают все. Но будет юный день, и будет счастье в нем. Какова суть изыскания бедного больного с перевязанной головой?